Сегодня в программе «Путешествие в Курск». Побываем в музее композитора Георгия Свиридова. Купола христианских храмов. Какие научные загадки хранит их тысячелетняя история? Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком и филологом Андреем Виноградовым. Настоящее сочувствие. Что это такое? Продолжение разговора священника Алексея Уминского с гостями студии. Здравствуйте, друзья. Мы продолжим с вами сегодня говорить о сострадании, о сочувствии, о том, что называется словом «эмпатия», и о том, какое это значение имеет в жизни каждого человека. Отец Алексей, сочувствие – прекрасное... способность человека услышать другого, сердцем к сердцу прикоснуться. Но есть такая обратная сторона, когда к людям очень эмпатичным, очень чувствительным к чужому горю, к чужим переживаниям присоединяются люди, которые как бы питаются этой средой. Вот все время вызывая его на эти эмоции, они, ну, там некоторые манипуляции, скажем так, происходят, плохого настроения, какие-то жалобы на жизнь. И это бывает вот так вот циклично, бесконечно, бесконечно. Что этим людям делать в этом случае? Ничего не делать, отойти в сторону, как-то, как это пресечь? Да, я понимаю, да, что такие истории, такие ситуации бывают очень часто. И очень часто человек находится в такой довольно обманчивой обстановке, когда ему кажется, что человек, который вот сейчас переживает что-то очень сильно внутри себя эмоционально, что необходимо обязательно эту эмоцию разделить, необходимо всегда вот послушать его жалобу, необходимо как-то войти в его положение. И это не совсем то, о чем я сейчас говорю. Потому что, конечно, есть вещи, которым мы просто обязаны сочувствовать как христиане. И разделять, и нести на себе тяготы наших ближних, как сказал об этом апостол Павел. Тяготы друг друга носите, и так вы исполните закон Христов. А есть вещи, которые связаны с эмоциональным выплеском людей, которые нам близки. Но это, в общем, связано просто с каким-то товариществом, дружбой, знакомством. Когда люди привыкли все время... вот делиться своими переживаниями с кем-то, потому что так кажется проще решить проблему, так кажется легче перенести тяжелую ситуацию. И это действительно иногда для кого-то становится такой неотъемлемой частью их общения. Более того, эти люди обидчивы, восприимчивы, потому что если ты вдруг как-то не отреагировал на вот просьбу о таком сочувствии, или не выслушал до конца, или, например, не разделил убеждение того, что вот там какая-то группа людей или какой-то конкретный человек поступил с тобой несправедливо, и поэтому ты должен полностью разделить все возмущение или все осуждение, направленное на этого человека, и твои увещевания или там призыв успокоиться или быть разумным, или не осуждать, воспринимается как отказ от сочувствия. Да, совершенно верно. Это... форма манипуляции. Потому что, по большей части, это не вопрос сочувствия, не вопрос сопереживания, а вопрос вот действительно вот такого, такого образа жизни людей, которые всегда нуждаются в том, чтобы кто-то постоянно брал на себя их заботы, их проблемы, их чувственный мир, их возмущение, их осуждение и освобождать себя от своей ответственности за свою собственную жизнь. Но всегда ли мы должны искать человека, который будет нам сочувствовать? Думаю, что нет. Я думаю, что за очень многие вещи, да за большинство того, что с нами происходит, все-таки несем ответственность мы сами. И надо иметь мужество и трезвенность определенную, как-то уметь переживать свои собственные неудачи, поражение мужественно, терпеливо и находить силы в Боге, в себе самом. Можно попросить о молитве, можно попросить о поддержке. Но заставить человека взять на себя ответственность за наши ошибки мы не можем. Пожалуйста. Я бы хотел тогда обратиться, наверное, к проблеме обратной.
Не когда человек хочет, чтобы его жалели, ему сострадали, да, а когда человек сам чувствует в себе потребность всем абсолютно сострадать, всех пожалеть. Вот. Может быть, для того, чтобы почувствовать себя хорошим, да, вот, чтобы себя как-то возвысить и так далее. Вот. Что можно сказать по этой проблеме? Проблема как раз в обратном. Проблема как раз в том, что очень многие из нас не чувствуют. В том, что у очень многих людей вот эта бесчувственность, она является вот основным содержанием, потому что человек себя все время старается защищать, всегда себя старается хранить, всегда старается себя как-то вот оградить от ненужных для него эмоций и переживаний. И поэтому для человека естественно, вот простите меня за эту греховную естественность, не обращать внимания на других, не очень переживать за судьбы мира, не очень быть настроенным на сострадание, потому что всякий раз, когда человек настроен на сострадание, это значит, что часть моего сердца, часть моей души начинает болеть. А этого не хочет никто. И поэтому воспитывать себя в сочувствии – это тоже, в общем, довольно серьезный труд. Это довольно серьезное задание. А вот как-то на одной из наших бесед мы немножечко коснулись этой темы. Кто-то из участников нашей беседы сказал, что его злит, когда он по телевизору видит очень часто кадры с больными детьми. С детьми, на операцию которых собираются. Потому что это чувство беспомощности, бессилия и невозможности всем помочь. Оно человека вот обезоруживает, человек хочет от этого закрыться, он не умеет, он не знает, что в этом случае надо делать, а что-то делать необходимо. Потому что быть человеком – это прежде всего во многом уметь себя разделить. И в этом смысле Христос, приходящий в мир, становится делимым в том смысле, что он становится евхаристическим хлебом, который делится для каждого из нас. Он открывает себя, вот, чтобы, помните, всех собрать к себе. Он раскрывает свои руки, свои объятия на кресте, чтобы всех собрать к себе. Он становится пронзенным, отверстым. Он открыт этой раной для мира. Он берет на себя человеческую боль, человеческую смерть, человеческий грех. А для человека это очень сложное занятие уподобиться Христу в таком открытии. Потому что как только человек начинает быть открытым, он сразу получает удар этой боли. И к этому надо быть готовым. Отец Алексей, вдогонку к этому вопросу. А социопаты – это плод вот воспитания или все-таки это психическое? Я не могу сказать. Я думаю, что здесь вопрос должен быть обращен к специалистам, психологам и психотерапевтам, которые занимаются этими проблемами. А социопатия часто, как и все, что вырастает как патология в нашей жизни, может быть результатом нашего детства. Той депривации, так называемой депривации, когда ребенок был воспитан в отсутствии любви. Собственно говоря, да, когда мы говорим о отсутствии вот этого чувства сострадания, оно чаще всего, это правда, вызвано в человеке отсутствием опыта любви. Человек, который не умеет сострадать, человек, у которого не развито чувство желание помочь ближнему, это не потому, что человек социопат или он очень злой и жестокий, а просто потому, что в его детстве, в его юности не было нормального опыта любви, родительской любви. Этого ребенка не жалели, этого ребенка не обнимали, этому ребенку не сочувствовали в минуту его слабости, например, да? Поэтому, когда человек становится взрослым, у него нет этого опыта сочувствия. У него есть опыт отказа от сочувствия. Спасибо вам за эту встречу и за ваши вопросы. До свидания. Курск – древний купеческий город. А кроме того, родина многих выдающихся людей отечественной культуры. С Курском своей судьбой связаны актер Михаил Щепкин,
живописец Александр Дайнеко, писатель Аркадий Гайдар, скульптор Вячеслав Клыков. Возле Курской коренной пустыни находится усадьба поэта Афанасия Фета. Он называл себя атеистом, но мало кто знает, что Афанасий Афанасьевич брался за русский перевод Священного Писания. Кроме того, в усадьбу якобы неверующего Фета по его просьбе неоднократно приносили чудотворную курскую коренную икону Богородицы. Это Курский край. Отдельная, ну, страна, если так скажем, да, со своей внутренней традицией, которая все-таки была. И была, как бы, и русская традиция, она жила на самом деле. Вот жила в глубинке. Неподалеку от Курска родилась Надежда Плевицкая. Выдающаяся певица, она первой исполнила на эстраде русские народные песни. Свой певческий талант Плевицкая проявила в раннем детстве, когда была воспитанницей Курского Троицкого монастыря. Предполагают, что выступление Надежды Васильевны слышал ребенком композитор Георгий Свиридов, тоже уроженец Курской губернии. Конечно, в то время традиция жила, Свиридов ее чувствовал, Свиридов ее видел, Свиридов неоднократно высказывался о том, как Курский край богат песней, да, как он богат вообще духовной культурой. Вот, так что, наверное, это вот один из последних русских композиторов, который действительно застал настоящую русскую традицию. Георгий Свиридов потерял отца, когда ему было всего 4 года. Вскоре родные заметили, что у ребенка есть музыкальный талант. Его первыми инструментами стали рояль и балалайка. Именно в детстве Свиридов услышал то, что стало основой его творчества впоследствии. Это тема русского человека, связанная с крестьянством, и тема веры, да, церковная тематика, я имею в виду, духовная тематика. Эти впечатления он получил в детстве, и они отложились в его подсознании на всю жизнь. Детство композитора пришлось на годы советских гонений на духовенство. Но Свиридов всю жизнь вспоминал это время как период своего первого знакомства с церковной жизнью. И никогда не стеснялся своей веры. В 1928 году летом он ездил к бабушке в деревню. Значит, и вот он оставил такой небольшой рассказ, так скажем, о том, что он делал в этой деревне, как он играл с Витькой. А Витька – это сын местного священника. Вот как они дружили, играли, ходили на речку, ловили пескарей. Ну и, конечно, с бабушкой они ходили в церковь. Это тоже важно. Бабушка его приобщила к вере. Ходили они во Фроловскую церковь, где Свиридова просто поразила исключительно служба, вся служба, церковное пение русское, он услышал, хоровое церковное пение, наверное, это было таким самым большим впечатлением. В своих дневниках Георгий Васильевич писал: «Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что она исполнялась в соборах и церквях. Мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое же трепетное отношение». Например, есть у Свиридова вокальный цикл, вокальная поэма «Петербург». Это абсолютно концертное сочинение, которое не имеет никакой духовной привязанности, но в каждой песне из этого цикла чувствуется христианская тематика. Вот мое глубокое убеждение, что она там есть. Вот. Например, заключительная песня, вот финальная в этом цикле, «Богоматерь в городе». Во-первых, текст этой песни – это Александр Блок. Вообще вся поэма по Александру Блоку, любимому поэту, между прочим, Свиридова. Значит, сам текст повествует о том, как Богоматерь привела в город младенца Христа. А музыка это все воплощает. Духовная музыка Свиридова впервые прозвучала в 1973 году в спектакле «Царь Федор Иоаннович». В этих хоровых песнопениях отразился собственный опыт композитора, его детская молитва в курских церквях.
У него очень простой музыкальный язык, несложный. А содержание вот его музыки, оно очень сложное. И я всегда говорю о сложной простоте и вообще его музыки. Сложная простота. Мне кажется, этот термин очень подходит. А тема Бога, тема веры, тема Родины, тема русского человека всегда в музыке Свиридова присутствует. Неоднократно он об этом говорил и сам. Но его музыка этим не ограничивается. Конечно, она намного больше, она глубже. Свиридов был одним из самых популярных советских композиторов и при этом обладал удивительной творческой свободой. Его последним и главным произведением стали «Песнопения и молитвы». Он работал над ними 17 лет. А «Песнопения и молитвы», казалось бы, понятное, доступное произведение, да? Для вообще широкого круга людей. Но тем временем эти «Песнопения и молитвы», они совершенно не имеют аналогов в истории русских духовных концертных произведений. Да, то есть нету подобного произведения. Вот Свиридов такое написал, и эта вершина пока еще никем не превзойденная. Купола христианских храмов. Какие научные загадки хранит их тысячелетняя история? Всегда ли они были христианскими? Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» Эллы Шевченко и Ильи Попова с историком и филологом Андреем Виноградовым. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Ну вот тот человек, который не нуждается в представлении, личность прекрасно известная и в научном сообществе, но я хочу подчеркнуть то, что вы с нами в «Православной энциклопедии» уже больше 2 десятилетий и как автор, и как консультант. И, в общем, эти 2 десятилетия ни мы, ни вы не стояли на месте. Наверное, пришло время обобщения. Вот сегодня мы хотим поговорить о христианском куполе. 2 знаменитых купола языческого мира и Византии. Пантеон и собор Святой Софии Константинопольской. Существовала ли разница между ними и какова была преемственная связь? Конечно, 2 этих купола поражают воображение. Если вы попадаете в Рим и видите этот грандиозный купол Пантеона, 40 метров в диаметре, с этим уникальным световым окном наверху, конечно, у вас предстает такая картина языческих древних богослужений, которые были в этом храме, кождений, которые благовония возносились туда вверх и так далее. Когда вы попадаете в Святую Софию, у вас совершенно другое ощущение. Во многом это ощущение купола иное из-за света. Если в Пантеон, в общем, темный, есть только маленький кусочек неба наверху, то Святая София пронизана светом. Все стены, основания куполов, все это создает то, что Прокопий Кесарийский называет вместилищем света. Да? Говорит, что этот храм, по сути, жилище света. Самый глубокой древности купол представлял собой образ неба. Если мы посмотрим, например, на знаменитый царский курган у нас в Керчи, в древнем Пантикопее, мы увидим, что его купольный свод, причем там даже не настоящий купол, а так называемый ложный купол, когда ступенечками поднимаются камни и образуют подобие купола, он был украшен звездами. Да? То есть для древнего правителя, который лежал в этой гробнице, было собственное небо. И мы знаем, что, например, в Золотом дворце, в доме Нерона, в его дворце в Риме, был зал с куполом, на котором были размещены созвездия, знаки зодиака, и они двигались. Да? Это был такой живой образ движущего неба. И поэтому для, конечно, римской цивилизации купол имел ключевое значение, в отличие как раз от греческой. Потому что если вы зайдете в любой древний греческий храм, в Парфенон или еще куда-то, вы увидите, что там был плоский потолок, да, или просто балки не подшиты. Что меняется в Византии? Да, что принципиально меняется? Вначале купол Византии растет просто из римской архитектуры. Например, император Константин строит свой мавзолей, его дочь строит свой мавзолей Санта Костанца в Риме, и они, в принципе, ничем не отличаются от мавзолеев. Кроме одного, в них появляется свет.
Поэтому в мавзолее дочери императора Константина, Константины, в этом храме Санта Костанца появляется вдруг свет в куполе. Это очень важный момент, который затем будет развиваться и развиваться. Чем принципиально отличается София Константинопольская? Почему это вот такой великий храм и великий купол? Дело в том, что если мы посмотрим на грандиозный купол Пантеона, который формально больше, чем купол Святой Софии, да, то есть 40 метров против 31 метра, на самом деле система его опирания очень простая. Он опирается на мощную ротонду. Да, толстостенную ротонду, на самом деле, в реальности она не представляет собой огромную такую сплошную стену, там внутри есть помещение, есть даже часовенки внутри, но по сути это круглое лежит на круглом. Здесь ничего технически сложного нет, в то время как архитектура эпохи Юстиниана начинает решать совершенно иную проблему. Как поставить круг купола на квадрат основания? И вот это и было, собственно говоря, великим достижением, как в таком масштабе можно было применить эту схему. Но это математическая задача. Конечно, поэтому не случайно, что строители храма были, по сути, не архитекторы, а математики и инженеры. Анфимий Страу и Исидор из Милета были знамениты своими, например, опытами в области гидравлики или опытами в области отражения солнечных лучей от криволинейных зеркал. Да? В основании окон барабана купола были специальные зеркала-рефлекторы. Свет, попадавший в храм солнечный, не шел прямо вниз, а попадал на них и собирался в золотом куполе, покрытом золотой мозаикой. Там образовалось такое золотое облако света, которое было реальным присутствием Бога. Андрей Юрьевич, вот мы поговорили немного о символическом значении купола как небесного свода. В этом смысле мы можем ли мы сказать, что символика античного мира и символика христианства имеют что-то родственное друг с другом, раз уж они и те, и другие пользуются куполом? И в чем принципиальное отличие символики христианского храма от языческого? Если, например, во дворце Нерона это были созвездия, знаки зодиака, то языческими, то если мы посмотрим на купола христианских храмов и вообще, так сказать, даже шире купольные своды христианских построек, например, на купольный свод мавзолея Галлы Плацидии в Равенне, то мы увидим, что там тоже есть небо, есть звезды, но эти звезды совершенно иные. Это не языческие уже созвездия, которые управляют судьбами людей, а это упорядоченные круги, пересекающиеся между собой звезд, в центре которых находится крест. То есть это и именно крест, как бы новый для центра миропорядка, который четырьмя своими рукавами, распростертым в четыре стороны света, упорядочивает вот этот мир и придает и куполу новый смысл. Это не просто образ некого хаотического неба, по которому движутся звезды, а образ божественной гармонии, которая управляет миром. И та же самая центричность в христианском храме, что и в языческом, или центричность для мавзолеев античного времени, она как таковая не существовала, это просто небо. Здесь христиане оказались более склонными к фантазии и к выдумке. Если античность знает преимущественно круглое здание ротонду и восьмигранное здание октагон, то в христианстве начинают появляться новые запросы. Вот, например, купол – это важно, это образ неба, но не менее важен для христиан образ креста, да, как орудие смерти Христа, через которое мы приходим к воскресению. И вот, собственно говоря, как совместить купол и крест – это была ключевая задача архитектуры, которую решали, начиная с конца IV века, и были различные попытки. Например, мы можем посмотреть на огромный комплекс Калат-Симан на месте столпа Симеона Столпника, где к центральному октагону, видимо, даже такому большому, что не мог нести на себе купол, а нес, скорее всего, деревянный шатер, сходится с четырех сторон четыре базилики, как рукава креста. Но вот этот идеальный образ был найден в архитектуре восточной части империи, видимо, где-то в сирийском регионе. Собственно, он существовал уже в римское время, только он не имел такой вот сакральной функции, как христианство. Рождается так называемый крестово-купольный храм, в котором совмещается этот пространственный крест и купол. И хотя в ранний византийский период, до темных веков, конкурируют между собой типа базилики, крестово-купольного храма, другие типы купольного храма, то в темные века, когда Византия вроде бы в ужасном состоянии, и варвары, арабы, славяне разрушают храмы, их надо восстановить, их восстанавливают уже купольными, и очень часто крестово-купольными. Это говорит о том, что купол победил, потому что идея купола – это идея зримого присутствия божества, очень наглядного, явного для людей, и поэтому даже в тяжелых условиях старались строить именно купольные храмы. Андрей Юрьевич, огромное спасибо вам за эту очень интересную, подробную беседу. Я надеюсь, что и мы, и наши телезрители узнали очень много нового об этой
столь заметной и столь важной части христианской архитектурной традиции. Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Спасибо вам за приглашение. Буду рад всегда рассказать о чем-то, что еще интересует христианских зрителей и тех, кто интересуется древней историей и древней архитектурой. Будем ждать вашей встречи.